Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про северокавказскую мясошерстную овцу. Выведенная в Ставропольском крае северокавказская мясошерстная порода овец поражает своими показателями продуктивности. Настрик шерсти у этих животных составляет от 5,5 до 12 кг. Живая масса баранов колеблется от 90 до 100 кг, овец от 50 до 58. Плодовитость у северокавказских мясошерстных овец составляет 120-130%. Порода ценная тем, что она называется мясошерстная. Мясо идет впереди шерсти, прямо скажем. То есть очень ценное мясо, мраморное. И, значит, кроссбредная шерсть. Значит, живой вес. Вот представьте, здесь бараны, которые представлены. Трехлетка 168 килограмм, а годовички 123-125. Северокавказская мясошерстная овца – крупное животное. Представители породы имеют глубокую грудь, короткую широкую голову и длинное туловище. Рост в холке у этих животных может достигать 70-75 сантиметров. У северокавказских мясошерстных овец и баранов хорошо выражены мускулы на конечностях. Уход за северокавказскими мясошерстными овцами и баранами не сложен. Эти животные неприхотливые, летом им необходимо предоставлять затененный участок для отдыха в жару и чистую свежую воду. Зимой теплое сухое помещение и свежую воду комнатной температуры. Особое внимание стоит уделять питанию животных. От рациона напрямую зависит продуктивность северокавказских мясошерстных овец и баранов. То есть в летний период пастьба, значит, а в зимний период мы даем сено, 60% и подкормку с конскормов, 300-500 грамм, значит, даем. Вот это, ну и солома просто идет на подстилку и ест она ее в волю, сколько захочет. Значит, надо быть готовым, просто смело браться за работу, ничего не бояться. Смелый всегда побеждает. Самое главное, работать надо. Животные любят уход. Средняя продолжительность жизни северокавказской мясошерстной овцы составляет от 8 до 10 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!